У нас подошел наконец-то. Да блин, не куст. Ты видел вообще. Так, давай снимемся, я вас накормлю. У, кстати, может им еды дать? Пожру. Там в Одессе проходил 29-30 июля. Организаторы этого всего дела, как всегда, Винская Федерация Дрифта и Драга. В субботу приехали, как всегда, разгрузились, выбрали лучшее место в закрытом парке. Лучшее место, подчеркну, почему оно лучше. Потому что мы выбрали место на сквознячке, а в Одессе было 37 градусов, поэтому нам, в принципе, сквознячок вообще ни разу не помешал. Вот. Вообще сейчас все правильно. Субботний тренировочный день у нас начался в 9 утра, мы приехали на трек. Выехал на трассу, а я же, в принципе, Виталий, я же люблю, как всегда, сразу же навалить на все бабки. Вот. Ну и, в принципе, на первом проезде в 9:30 утра я уже был жопой в бетоне. Вот, два бетонных блока пополам, лонжерон на 1.5 сантиметра вправо, усилитель бампера в мясо, бампер в мясо, стяжки, заклепки, короче, все супер, 1.5 часа работы с автомобилем, и выехал дальше. Тренировочный день был жарким, мокрым, потным, вонючим, тяжелым. Много людей, очередь на старте. Ну, за, наверное, за тренировочный день мы выехали, может, там, раза 4 или 5 всего. Вот. Но так как, в принципе, есть опыт 15-16 года, то трек этот знакомый. Да, там судейское задание немного изменили, там линию немного вовнутрь сместили, заузили траекторию, но ничего, мы с ней справимся. Познакомились с Мариком Вартоловичем, ну, пилот из Польши на BMW E21, мотор у него, по-моему, JZ. Вот едет очень круто, очень стабильно, открыто, ну, вообще классно с ним ехать. Да и вообще весь тренировочный день мы катали только с Лютым Виталиком, с командой No Motors, пару раз с Эрнеста, а с Атуровым проехали. Вторым зарубежным гостем у нас был Сергей Сак. Он представитель Беларуси. К сожалению, он приехал без своей G-драйверской боевой E46 BMW. Он взял машинку у прораба на квалификации и должен был этот, и он должен был потом это. Потом он разбился, потом он это. В тренировочный день у него в машинке развалились рокера, и он решил ехать квалификацию на основной машине Дмитрия. Но, к сожалению, во время квалификационного проезда он развалил тачку. Вот. Парни, на самом деле, из Gangster Garage под... с предводителем, наверное, это Владиславом Барбашем. Вот, за ночь починили прорабу тачку, но там что-то было с рулевым управлением, и она не смогла дальше ехать. Поэтому Сак брал дальше машину то у Нортона, то у Сергея Ковальчука. И, короче, вот вообще какой-то такой кипиш был, потому что, к примеру, выезжает Сак там на зеленый S14, после этого он выезжает на черный E30, после этого он выезжает на темно-синий еще какой-то машине, то есть он каждый за это зелень менял. Закончил тройку крэшеров, или как это назвать, не знаю, как это все дело склоняется. Закончил у нас Руслан Шевчук, представитель Винницы. Таким, да, огромным компрессором на морде. Вот. Но он, как всегда, он пацан. Блин, знаете, на самом деле, вот дрифтеры говорят, что, знаете, богатые люди. На самом деле нет, богатые люди те, кто каждый этап бьют машину. Вот Руслан Шевчук на протяжении уже 3 лет каждый этап бьет тачку. То есть он безумно богатый человек. То есть представьте, он каждый этап бьет тачку, за 2 недели ее заново собирает и снова едет. Снова бьет и вот так и снова едет. И уже 3 года подряд.
Резина закончилась. Просто дерзкий процесс. Резина закончилась. Ну, отъезжай. Слышь, работает мотор. Субботний день у нас закончился прохождение квалификации на 4-е место. Вот, первым у нас был Максим Миллер, вторым у нас был Марек Варталович, гость из Польши, третий у нас был Сергей Ремест и четвертый я. Закончился этот жаркий день в Одессе. Какое у нас сегодня вообще число? 29-е, да. У нас был квалификационный день. 88 баллов у нас на квале. Завтра топ-16, едем в верхнюю сетку. Вот, ладно. Всем пока. Мне нужна киска! Ну нет, тут по кругу ни одной киски. Не. Харе занюхивается котами. Это моя очередь занюхиваться котами. Поели, пупчики? Поели, мои сладкие, с колени. Вот. Вот, воскресенье утром нас было таким тяжелым. Жарко было, слишком много лимонада вошло, лицо отекло. И мы решили не приезжать на утренний брифинг на 9.20. Мы решили приехать на обеденный брифинг, который проходил в 12 часов дня. Вот. Половину тренировочного дня мы пропустили. Ну, мы решили просто, парни, выспаться. Просто почему мы решили выспаться? Ну, во-первых, дальняя дорога была, 1100 километров в одну сторону. Во-вторых, жарко. В-третьих, небольшие технические проблемы из-за моей слишком широкой траектории, которая привела жопу Элю в бетон. Многие пилоты обращались ко мне, говорили, типа, чувак, нафиг ты приехал в 12 часов дня, ты не успеешь потренироваться. На что у меня был аргумент, который мне не могли ничего сказать. Чуваки, на самом деле лучше, наверное, приехать выспавшимся и отдохнувшим, нежели быть уставшим и весь день катать. А так как, грубо говоря, гонки у нас начинались в 9 и заканчивались в 2 часа ночи, то был смысл поспать до 11, в 12 приехать на трек. Вот, и нормально откатать. Харе меня кусать. Я ж тебя не кусаю. Может, я тебя укушу, давай. Вот что, неприятно, да? Что-то болит. За пару недель до одесского этапа мне позвонил Андрей Кольчинский и попросил помочь ему в съемке программы, ведущей которой является Маша Ефросинина. Заключалась она в том, что я должен был вывести Машу на парад. Вот, она там должна была представить какого-то парня, который спас жизнь девушки, вот, снять длинную телепрограмму, я для него устроил дрифт-такси. То есть смотрите нас, по-моему, в сентябре должен выйти выпуск, смотрите нас, там, меня, нашу команду в этом выпуске, по-моему, на СТБ, чи СТС, чи новый канал, короче, по всем каналам. Первый заезд у нас был с Корницким. Да, с Корницким. Такая бело-черная БМВшечка. Блин, очень стабильно парень едет, новичок. Очень за ним комфортно ехать. Парень очень быстрый, очень широкий, в отличном угле едет. И классно, что без дыма. Ну, минимальное количество дыма, поэтому вообще просто в кайф ехать. Вот. Я, на самом деле, недооценил этого соперника. Я думал, что я сразу же в топ-16 я проиграю. Почему? Потому что я позволил ему на старте уехать очень далеко от меня и поставился рано, точнее поздно. Вот. И мне пришлось постоянно лезть вовнутрь, благодаря как бы, мощности своего мотора. Мне машина многие ошибки прощала, но
Парень очень широко ехал, сделал 2000 заволок в последней дуге, ну вообще классно, но когда он ехал первым, а я ехал за ним, он вылетел двумя колесами за пределы трассы, и из-за этого у него как бы был ноль, я прошел дальше. Вот, в топ-8 мы встретились с Александром Косоговым. Ты знаете, наверное, уже мы родственники, потому что мы каждый этап с ним встречаемся в топ-8. Во Львове в топ-8, в Одессе в топ-8, и в Виннице мы встретились в топ-8. С Косоговым заезд был быстрым, уже в принципе темнело, и единственный дискомфорт доставляло это садящееся палящее солнце, которое светило прямо в морду. Так как за Сашей в принципе побольше дыма, чем с остальных пилотов, было не слишком прикольно ехать. Плюс как бы камни, песок, а визор уже закрыть нельзя, потому что ни хрена не видно. Топ-4. Топ-4 я попал на еще одного представителя команды No Motors. Это был мой друг, товарищ, не знаю, просто любовница. Он, в принципе, мне все. Это Максим Миллер. Вот, на своей прекрасной Альтезе Терезе. Заезд прошел достаточно быстро. Я даже не успел заметить, как он прошел. Потому что я был очень быстрым первым. Максим был очень быстрым первым. Комфортно подъезжать, комфортно ехать. Куча полный дым салона. Вообще просто фееричный заезд, судя по захвате, чтобы не сказать по-другому. Было на самом деле очень круто, но снова я оказался немножко лучше еще одного представителя команды No Motors. Безостановочный дрифт сопровождался лазерным шоу, светомузыкой, диджейской подборкой. Зрители на самом деле тоже молодцы, классный респект ребят за фонарики, за всякие танцы. Вот. Девчонки танцевали, парни отжигали, там даже я видел, устраивали битву брейк-данса. То есть кто на голове крутился, кто какой-то твист там делал. То есть, ну, на самом деле была прикольнейшая атмосфера, и жаль, что таких этапов она всего раз в год. Для начала трасс! Трассе! В верхней сетке уже полуфинала я встретился с Сергеем Кремцем. Тоже, в принципе, мы уже почти кровный родственник, потому что постоянно мы там с ним встречаемся уже на протяжении, наверное, 2 или 3 лет. Заезд прошел быстро, снова быстро. Знаете, вот Одесская трасса – это одна из самых быстрых трасс, этапов на территории Украины. И каждый заезд там проходит быстро. Почему? Потому что если ты будешь ехать медленно, если ты будешь ехать там две ноги неправильно, либо резать траекторию, ты просто не попадешь в следующий поворот, не ляжешь на траекторию, и ну вообще это просто будет полный фейл. Это каждый заезд, мой заезд, там, заезд другого какого-нибудь пилота, там, сильной или слабой машины происходил, знаете, как в последний раз, потому что ты понимаешь, что если скорости на постановке не хватит, ты не дотянешь до второй клиппинг-зоны. Если ты слишком рано переложишься из-за того, что очень жарко и покрытие уже накатано резиной, безумный зацеп автомобиля за асфальт, приведет тебя к какому-нибудь контакту бетону из-за того, что можешь поймать андерстир. Это неуправляемое, просто когда машина едет боком, а потом оп, она резко выровнялась, и ты можешь не отловить этот момент и уехать просто прямо в бетон. Если как бы ты протупишь с перекладкой, ты отвалишься. Если ты слишком рано переложишься, ты будешь в сопернике. То есть трасса на самом деле требовала максимального внимания, максимальной концентрации. Итак, мы дошли до гранд-финала. В гранд-финале меня ждал представитель Польши. Обалденный пилот, веселый человек Марек Варталович и его команда СТВ.
очень быстрая постановка. Если, к примеру, весь день я ставился на реке передачи в диапазоне 4-5 тысяч оборотов, за мараком в ночь я ставился в диапазоне 6,5-7 тысяч. Причем, знаете, это как воспоминание, страшный клочки, и сразу нужно было к нему подъехать, потому что полсекунды промедления — это просто 800-сильный монстр 21-го BMW уедет на тебя на пару корпусов вперед, вот, и все, ты его больше не догонишь. Вот, дальше мы меняемся с ним местами, я выезжаю, слышу сзади рев этого турбированного зверя, понимаю, что нельзя нервничать, потому что у меня есть всего лишь одна попытка красиво его выиграть. И за весь день мы ни разу не проиграли, мы всегда и шли поверху, ушли по верхней сетке. У меня как бы была возможность одного проигрыша, так как я ни разу не проигрывал, но хотелось все равно, хотелось красиво победить и показать, типа, что Украина может объехать Польшу. Второй заезд был, наверное, открытым, потому что я вот чувствовал грань автомобиля, после уже пересматривал повторы, реально ехал по линии, ехал, старался как можно больше дать шансов Мареку подъехать и показать близкий красивый парный дрифт. Вот, но, к сожалению, в последней дуге Марек немножко, наверное, перетушил машину, либо турбинка сдулась, но его не поравняло, что, в принципе, дало мне автоматическую победу. Эмоции возле подиума вам не передать. Битвы за первое, второе место, ты понимаешь, что если ведущий кричит, что типа Марек выиграл, есть еще одна попытка, то едешь, перебываешься, снова делаешь работу над ошибками и пытаешься его объехать. А тут же маршал начинает прыгать, показывать тебе, что езжай на подиуме, ты понимаешь, что ты первый. Но как-то так получилось, что не все это поняли. И люди думали, что я второй, потому что скилл и уровень мастерства Марека 10 раз, наверное, выше, чем мой. Вот, и все думали, я второй. И когда вышел Сергей Кремис на третье место, а ведущий еще на самом деле молодец, такой говорит, второе место занял достаточно опытный пилот, такая пауза. Марек, наш гость из Польши, Марек Вартолович. Первое его жизни место. Уже был первым в квалификации, уже да. Стоял на подиуме, но еще первым не был. Он мне, знаешь, что сказал, когда поднялся, я почувствовал этот запах крови. Тем, ну там другое было подходящее. Такое. Виталий Никифора! Ну вообще просто вам не передать, мурашки по коже. И наконец-то я после венецкого этапа научился открывать шампанское. Я его открыл раньше всех, половину вылил в себя, половину на других. Вот. Отмечание, в принципе, вот, кстати, на кубок. Вот такой человек. Вот. Отмечание, в принципе, таковых не было, потому что мы уехали с трека в 3 ночи. Мы заехали, взяли там фанту, пиво, шаурму и отмечали это все. Сегодняшний наш видеообзор третьего этапа Drift Competition of Ukraine, к сожалению, проходил без наших уже жирных котофеек, вот, потому что они почему-то сегодня такие, знаете, в ударе. Бегают, кусаются, царапаются, кушают, орут, нам их пришлось, короче, в сейфе закрывать. Вот. В следующий раз я в холодильнике закрою. А, все, спать, да? А нельзя было это раньше сделать? Кося. Вот, говори всем пока. Все, всем спокойной ночи. Мы уже поели, давай 5 отбивай. Вот и все, вот и сказочки конец. Ждите теперь рассказ с Киева. Все нормально, тут все будет.